погнали устраивать геноцид в таком случае. Давай. Ой-ой-ой, с яблоком сегодня встретился. Как оно? Желающий? Ну да. А? Жив, здравствуй. О. Что за херня, почему меня так быстро убили? Гуляли, суши поели. Вот. Как на тебя вообще гладко гулялся? Не против кого? То есть ты начал движение? Ну, так считай, начинаю, так что пока еще не стал. Так, это ты? Я сейчас поднимаюсь по стандартной, там, где лазер лежит. Так, я получил гаусс. Отлично. С этим можно наработать. Я сейчас в бункер буду сидеть. Окей. Точнее, я туда зашел полечиться. Сейчас возьму себе энергию. Вообще без оружия. А ты там бежишь к бункеру? Нет, че. Там вообще какой-то робот странного цвета. Пустой. Синего. Из синего. А, есть красный еще. Вау, меня разнесло. Я что-то вообще разучился играть за 4. Ну, что там этот панга, что-то там очень сильно не дошло. Там гонил. Он вот закрылся, все, наверное. Ну, так осенний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, я умер в бою. Ну, похоже, с арбалетом, то есть могу на ним переть хотя бы фраг, там, ну пару фрагов. Блин, даже с арбалетом не могу. А пули кнопка не закрыта. Сранцы счет 110-22, когда опять. А хер же тут кнопки нет. Что ты себе достал, не так? Ой, прости, да, я. Блин. Я еще не получится, ты не робот, блядь. А я не робот? Ты не робот, ты красный хелмет. Воу. Блин, я понял. Я просто играл на каком-то там сервере в Стефан, там у меня, наверное, сбросил. А, я понял. Я команду менял в Стефан сервере, и меня там сбросило все. Блин, даже мышка сейчас ощущается как-то непривычно. Блин. Сам себя еще зависим, отлично. В общем, нужно этого чела как-то опускать на дно обратно. Но его слишком долго опускать на дно, не боишь? Нет, его достаточно быстро. Что за хрен меня выстрелил из базуки? А, ты смотрите? А, ну ты предупреждай. Буя. Хуя он не пошел, блин. Там он стоит. Вот тот. Секунду, блядь, держать меня. Взрываться. А теперь вообще очень странно выглядит. Я вижу, что он стоит.
Да он как-то не убил. Ты не синий робот? Не знаю, вроде нет. Не должен быть. Пока не этот я видел с ним. О, патрон получил. Кнопку не жаль. Что за кроссфайл без кнопки? Почему? Не, просто все играют, как бы, поэтому кнопку включили для сервера. Ну блин, кто-то из сервера не может быть без кнопки. Сразу же хватит. Не знаю, мне пришлось тактику кемперства выбрать, потому что иначе меня карают, блин. Сколько же я ущербный? Так вот даже убил кемперство. Неудачник такой, с полезным мрази. Блин, ну... Чёрт. Ты кто хочешь на нём убивать, когда у меня 22 хп, сука. Один фраг тебя не пускает, он еще живее всех. У меня жизнь с фрага. Блин, да. Что хочется сказать? Блин. Пока одного не жал, я не подъезд. Проблема в том, что я уже сейчас играл с тобой. Мне тоже что? Ты тоже этот босс? Да. Блин, я тут не успел вообще. Хочу гости, я честно не специально. Не такого цвета. Зеленый, да. Просто когда несколько роботов сразу, я хочу.
последний фрагмент сделал. Я доволен. Фигня какая-то сделал. Очень плохо. Нормально, живем. Так, этот ублюдок причем бегает не с Гауссом, а чисто. Бля, я не смог запрыгнуть. Ну, в общем, бегать чисто. Нам как-то смешно еще. Не понял, с чем он бегает. Нам там вообще чуть ли не савтичек. Это ты бегаешь рядышком? Нет, это на прям сюда. Ты очень плохо стоишь, потому что сюда а. Все базуки, все лазеры. Да я знаю. А, поэтому я обычно стараюсь там должен задерживаться. Так, ты его унизил первый раз, отлично, это на прошлый начал. Ты сразу ранг пошел. Считай, почему? А. Почему? Как мы давай чуть что ли? Да. Прям как мы. Ну, нам же пофиг. В смысле пофиг? Не, ну конечно, ладно, на этом сервере пофиг, потому что я тут не играю. Это рандомный сервер, Чоп Сио. Что там Вейка, что там, что-то это хуйня. О, получил вас ранец. Блин, я не сам себя убил. Какой-то странный мув сделал, что получилось, что я сам себя убил. А ты с Гаусса стрелял? Да. Ну это норма, тут Гаусса иногда убивает. Ну блин, я стрелял под него. Ну, понимаешь, дело в том, что когда ты стреляешь с Гаусса второй атакой, у тебя там иногда автогаусс происходит, что-то такое. В общем, ты умираешь, блин. Ну когда долго делишь? Не, не только когда долго держишь, просто когда стреляешь какую-то стенку, например, потому что тебя расхуярить просто хаос. Ну блин, я вообще в стороны, ну как бы, не в упор стрелял, и как бы, мне не должно было зацепить. Ты еще хоть стрик какой хуйня? Мне так казалось, я вообще как бы... Как ты сука, он причем, знаешь, стреляет постоянно всякого дерьма наподобие там. Ну что, как почему не хватило дальше, что ли? Так, я его... А, вот я вижу его. Ой, чуть я не попал. Да. Но, кстати, раунд может очень просто, очень долго длиться, и поэтому... Я бегу сейчас к этой хуйне. Да, это у меня самая большая жизнь, не только лазик. Блин, ну как всегда. Ты же кентрил по такой хуйне, где нельзя кентрить? Нет. Я там на точке у кнопки сюда. Блин, нельзя в окно. А, черт, не спала уже, щит завис. Что-то нет, просто невидимой модельки. Так, кто-то рядом? Это я. В общем, меня не стреляют, тут рядышком бегают. То есть в итоге мы сейчас его упустили. Ну да, ты его делаешь, причем-то неплохо вообще. Нет, я просто разучился с Гаусса стрелять, не знаю почему. Возможно, просто переутомление, не знаю. В общем, он меня перестреливает с этого, с арбалета, он хороший арбалетчик, причем с этого. С ним только номер стреляться, в общем, с этого. Причем у него паттерн прохода как бы... Немного странный. Немного по-другому бегаю, например, по этой карте.
скайп что-то написал, ну похеру. Скайп же не нужен. Скайп не человек. Я вижу. Ты знаешь, Гаусс отчасти ног скоруют, потому что может просто бортики целиться. Ой, блин, это ты. Вау, это ты меня... У меня 4 копейки осталось, так что не гоните. Потому что я не зарядил Гаусса. Ты странно, с Гаусса, блин, когда я заряжаю 7 единичек, это очень слабо кидает меня куда-то в сторону. Когда заряжаю 10, кидает очень сильно, то есть куда. Как будто бы раненс на последних единичках идет. Еще раз, я что-то не совсем я понял. Ну, смотри, с Гаусса, когда заряжаешь на 10 единичек, у тебя очень далеко летит чел. Когда заряжаешь на 7 единичек, летит очень резко. Совпадение, не думаю. Он тут. Он мертв уже. Он был там, где. Так, он тут рядышком еще. А я тут заражаюсь. Блин. Сейчас да, я себя сейчас найду. Автогаусс опять. Да. Я выпал в бортик рядом с собой. Тут кнопка откатилась. Уже. Нажимать? Да, нажимаю. Я внутри. В общем, когда кнопка откатывается, нельзя прятаться по большей части вот в этих. У нас патроны нет. Хотя вроде бы... Ой, тут расщепило, блядь, входим. Я что патроны можно подбирать иногда, но в целом долг там находится не дано. Я, короче, тогда держу левый поход. Я тут вообще коридор держу. Угу. Player led, lead as usual. Что это значит? Я тоже не очень понял. Lead, не знаю, что оно значит. По КДА ты его четко делаешь. Да это он мне четко делал. Ну он там взлетел. Это время. Подразумеваешь, что типа он на пол долгое время порвал в одиночку? Да. Надеюсь, у него ранг понизится. Блин. Да, мне перебрал. Только смерть последний. Number one player. Info очень мне нравится. О, нашел с Гауссом берег. Это тут скайп. Посмотри. Может полезно. Серьезно? Там наверху враг находится. Да. Блин, как неприятно. Ха-ха, неудачник. Его построили. Неудачник. Блин, что тут? Скотинка.
Блин, это точно смог совершить фрактом красивый, так красивый побег одновременно. Просто все красиво было. Просто если здесь темно. Нет, ну главное, не пустыма было. Потому что я разбился. Это было бы ультра красиво, но нет. Вселенная не позволяет такому быть. Слишком красиво. Это вселенная. Весь мультиверс ополчился против меня. Так, ты рядышком, я вижу тебя. А кто-то стреляет из арбалета, не знаю где. Голос взят. Спиздил мой гаун. Это очень нравится. Следующий чел просто взял и вкинул мне в рент. Точнее, я как не знаю. Не знаю, мне нужно где-то спрятаться, потому что у меня мало фотона, мало всего. Кстати, знаешь, можно в принципе спрятаться в этой книжке, чисто уверен, что врагов нет. Там к тебе идет. Если врагов нет гаус. Осторожно, не подходи к моей ночке, я просто стреляю по звуку. Я в коридоре стою, у тебя должен удар. Просто меня не стрим, у меня 35 хп, я стреляю по звуку. У меня 50. Смотришь, что сюда никто не идет. В этих мечках с патронами убить чувака. Так что, возможно, там можно спастись. Это надо протестировать, в принципе. Блин. Где он? Он с правым окном. Окей. Не на руке. Не был, да? А у него как плохо, это радует. На самом деле все зависит от того, где ты бегаешь на этой карте. Потому что есть выгодная точка, есть невыгодная точка. Ты бегаешь там вдоль. Да, поэтому очень легко убить хаос. Это очень херовая точка, не следует тебе там бегать. Я там обычно бегу по дрону и бегаю дальше. Постараюсь. В общем, долго там нельзя бегать, там пиздарит. Я понял. Бегу. Причем мне очень точно иногда так с пистолетика стреляют, это не так просто. Хоть по 12 урона. Ой, я как хуёво. Так, он под шконкой сидит. Ну, шконка у нас где? Ну это самая хуевая точка на карте, это энергия. Где? Yeah. Там внизу, короче, справа. А, понял. Я не знаю, слева может быть тоже херово, но там хотя бы не простреливается так со всех сторон. Вот еще раз ниже.
Он унижен, распят был ангел на свет. Осторожно, на свет. Я тебя вижу. Опачки, кто там у нас? Он там направо пошел. Ха-ха-ха, ему бошку разнесло просто. Где же тут все-таки ранг есть, он тут сливает. Ты сверху стрелялся? Нет. Я там учился. Кто что-то пишет, вероятно. Уже смотри, у него КД почти единицы. Ага. Если еще, кстати, часть зависит от него, может быть, вообще откатывается. Свое лицо еще. Не знаю как. Вот будет какие-то странные мулы иногда включаются. Сгораешь на одном месте. Еще чел какой-то лагающий. Просто чел там какими-то рывками двигается, блин. Это нельзя работать. Можешь себе лага генератор включать? Знаешь, какое время пришло? Нет. Время к ногу. У меня 8 хп. Ну, давай, помирай и иди сюда. Иди выживай. Я держу. 51 хп. Ну, гаусса у меня нет, у меня только пылесос обоссанный. Ну, я умру, получит мне гаусс. Так, я бегу, я же тоже почти тут. Стоп, у меня же есть подствольные гранаты. Чего они сюда не бегают? Или... Ну, так писать. Знаешь, что самый большой облом в этой игре? Что? Когда, например, отхилился, блядь, и тебя сразу убивают какой-нибудь хрен. Это вообще неприятно. Особенно, когда долго искал эту хилку. Мало людей сдохло. Мне это не нравится. Густо. Неужели они прошаренные? Вообще, на самом деле, знаешь, можно просто... А на самом деле их четверо и сдохло. Да, все сдохли. Кроме нас. А, там кого-то убили просто не так давно. Есть что ли? Да. Но он разбился. Он наверху сидел. Выжил мне бесполезно. Чё хоть у него было? Ну снова тут. Блин, ну как так произошло? Я стрелял в него, не под себя, но это какое-то вообще неземная ситуация. Ты где умер? Я посреди поля умер. Вообще хер знает, почему. Я же вроде говорил, что тут фича насчет того, что... Я слышу звуки какие-то, что рядом кто-то ходит. Ну, в общем, фишка в том, что гаусс иногда убивает тебя. То есть не просто когда ты перезаряжаешь его. Ну блин, когда ты. И причем я никогда не бывало, когда я не целюсь в это время. Алло? Ну я играю. Я не видел сет. Они... Да, на гармошке. Похожих на еду, как полагается. Вот. А? Да, давай. Я не думаю, что тебе там надо. Да. С дом. Скоро.
хватает. Да. Все будешь за. Я пока не могу. Я тут проходит это все. Да. Немножко. Ладно. Не за шпонь убивать. Все расслабятся. Вот. Блин. Ты спас тебя от позора. Мне, кстати, казалось, что ты какой-то зеленый робот, если честно. У меня нет, конечно, проф, у меня не стрелял, я кнопку нажимал. Это что, Джон, это ты кнопку нажал? Да. Тут пылесос лежит, если что, в входе, я не писал его, блядь. Что ты там бежишь через левое окно? Спокойной ночи. Давай. Иди сюда, тут пылесос является. Так, меня кислать. Какие тиради? Пучки, ну-ка, да, почти один срок. 30 сверху. Ох! Все равно сдох. Бляшка. Неудачница. Не то, чтобы убивать блоков, это что-то хорошее было. Мелочи, две. Блин, блядь. Бесенка где? Я его будет в правом окне. В правом окне я. А, его же там же ебут. Он сейчас левым будет. Точнее, пока еще нет. А теперь, значит, с левого окна. Если смотреть на окна, то и слева. Ну что же вы к этому? Что же вы к этому? Он там прыгает. Какие ворота это были? Я сам лалка, серьезно. Че, сил, кстати, сейвы. Блин, меня убил. Ну, в общем, где-то бегает. Почему ты лалка? А? Почему ты лалка такой? Я последний. Ну, почему ты последний? Да, по счету. Что с тобой стало? Я не знаю, почему ты слишком медленно убиваю последний состав. То есть это именно медленная скорость убийства, думаю, все. Но в плане у меня счет там.
посчитал, убил вас по стену, правильно все сделал. Ну, почему он там? Он должен быть готовым к взрослой жизни. Я же правильно был, взрослые люди там должны быть взрослые. Блин, я не смог уровень поднять. Чё за хуйня? Я все равно, конечно, сдох. На голове какая-то муть получается. Что вообще шаром гуляешь, хватит? Так, я бегу, не знаю, как через бункер. Ты светильница бежит? Ай, блин, у меня пролагало, и поэтому не зависел. Шикарно. Какой щит мясо. Блин, он сейчас ел. Не, у меня там нет, у меня голос есть. У меня есть пылесос. Не успел. Припочек. Мне кажется, этот урон падения какой-то странный. В плане? Ну, смотри, я почему-то, у меня 38 хп было, я упал и умер. Я не знаю. Ну, серьезно, 38 хп, упал и умер. Ну, это не проверяем. Что это опять же был Гаусс? Ракетом, здесь это не ты был? Нет, я слазик. Неудачник. Так именно, просто стреляет меня, потому что я не умираю. Весело, когда они начинают открывать сами себя без исходности. Да, чувствуешь, начинают любой ценой хотя бы один раз сейчас порежу. Я сам не знаю, у меня такой тоже иногда случается. У меня там случается редко. Ну вот смотри, я упал. Короче, отключил урон падения. Короче, прикинь. В смысле, если падаешь, ты сразу подыхаешь? Нет, если тут, видимо, стандартная модель повреждения, типа. В других серваках обычно ограничены 10 хп. Видимо, свой особый путь, как все в Россиюшке. Ну вообще какой-то странный, местами приковит, а местами что-то сосался. Просто он не приноровился? Может быть. Ха-ха, сам себя загасил. Ну, вот видишь, у него начался режим... Снижение. Мы его так унизили, что он испугался.
Что надо говорить, понижение, когда он на первом месте? Ну ладно, ты. Нет, конечно, это все идет, начинается аутотренинг, что типа, я все равно на первом месте, как бы. Ну, ну. Я нажимаю так. Я сейчас справа пойду. То есть слева, да, не знаю, как правильно говорить. Но... В общем, я с одной стороны. Мне скачок важно. Он теперь вести не вовремя. Он такой голубоватый смысл. Это же еще есть финт для быстрого побега из этой двери. Знаешь, там, когда дверь еще открылась не полностью, можно прыгнуть в эти, короче, машины спуски, знаешь? В смысле, не понял. Ну, в общем, знаешь, с башни можно спрыгнуть вниз. Ну, ну. Вот может даже подняться вверх с помощью Гаусса, башни. Ага. Блять. Ёбаный Гаусс, зачем ты со мной так поступил? Я стоял и учил бульки, и мне никто не понял. Опять Гаусс меня убил, блин. Что это за хуйня? Ты что, запомнил? Вообще, ну, знаешь, какая тут хуйня есть? Время футбола разбивается это, прошлое оружие. Это да, очень неприятно. Он что-то, по-моему, стал роботом. Не обижай, не обиженным будешь. Вот что я могу сказать. Что Иисус, говорю истину, которую люди должны принимать, если они мудры. Это ты в гонке? Да. Выхилился и все нормально теперь. Я тоже выхилился. Хотя бы не зеленым роботом стал, правда. Да, но он, видимо, подумал, что все роботы. Ну, я там по трошке забираю и лечусь. Он бессмертный, чё? Что, кто бессмертный? Он какой-то чё-то съел и захлебался из-за пылесоса чай. Ну, конечно, красиво.
Блин, я лох. Такие позиции. Стену даже, да. Мне просто супер, потому что мне даже скопил. Бля, как я их разнес, у меня 7 хп осталось, я до сих пор хп просто убил, куча людей просто. Хиты, блин, почему? Что мы завернули все? Ай, да блин, почему ты этих газ тут не видишь? Пиздец. Пиздец, да? Пока меня все залагало, кнопка не нажималась. Это вообще обидно, когда вообще просто лагает. Точнее, у меня, блин, нас оружием какой-то хуета, потому что не понял, что за хуйня. Что не так с этим оружием, блядь. Что не так с этой жизнью. Не, что он вообще какой-то махловый. Не поешь? Попробую быдло просто. Ну это очень. Не знаю, он просто. Он сейчас с монтировкой бегать, он пытается сейчас отомстить меня за то, что я его убил с монтировкой. Понимаешь? Он очень сильно прогорело, видимо. Я думаю, если написать сейчас в чатике что-нибудь, конечно, будет не очень красиво, но как бы. А нормально. Он начнет что-нибудь там. А, говорит, не до людей, это кто? Не, заметил, он сейчас стал бегать там с этой сментировкой постоянно, то есть пытается унизить. Он просто мог ловить ночь. Так, сейчас к вам будет гость. Окей. Будет слева или справа по краю. По центру. Блин. Ну все, это беги. Ну что делать теперь? Я умираю, сидеваю. Бежать могу. Ты можешь взять гаусс, пытаться в игре уже. Так это ж фигня. Мне никогда не получается. Надо в другом месте. Ха-ха. Красавчик. Блин, вот чисто мне полсекунды просто. Я расписался. Я сзади тебя бегу.
Там почти унизили этого моря. Бля, меня разнесло в мобильный пост. Как он нас был казнет? Взрыв от Гаусса. Ты же знаешь, как он пытался. Просто это обидно. Конечно, мне что-то не нравится, когда кто-то где-то просто начинает делать вот так вот. Ну, айс, как бы неприятно. Кстати, какой-то дотирочек такой. Ага, сдох. Дьявол. Еще приседай периодически, если кто-нибудь хилишься, чтобы тебе в бошку хоть шотом не снесли. Mm-hmm. Хотя, в принципе, могут, конечно, но, блин, ну, сложно будет пониже. Разобрал. Блять, хуя он меня разнес. Еще у нас есть новый табурет. Да. Только же зашел, что ли? Да. У всех его киллов, 2 килла, в камере это я. Так что я вообще не думал, что я сейчас не буду умереть, понимаешь, насколько странно. Не читак ли? Сейчас. Ну, может быть, читак, но хер знает. Что там я забывал? Это ты снизу сейчас бегаешь? Да. Повезло. Не, смотри, просто он меня убил в таком месте, где вообще я не знаю, как пострелить можно. Я будет сильно унизить. Оставлю. Сейчас он никак что-то плохо сыграл. Я тоже начинаю палагивать. Не, если у меня оружие залагало. У нас как-то мало осталось. Я у меня разнес. Ну, блин. Наверное, можно уже все эти кого. Ну, то есть, смотри, видишь? Еще. Это нужно работать, это реально. О, я бы сейчас, наверное, уже отключился. Да, я тоже отключусь. Смысл такой. Точка. Пробестал. Блин, мне бы такие вот книги красивые. Чем мне нравится вид из моей комнаты, как то, что небо частенько белое. Эх.